Меня зовут Андрей Ростиславович, я детский хирург. Всю свою жизнь я отработал в 20-й больнице в детской хирургии в приемном покое. 10 лет уже живу в Сосновоборске. Вот, и решил, что хватит уже мотаться в Красноярск. И надо уже и работу искать здесь, в Сосновоборске. Поэтому пришел сюда бороться детским хирургом. Вот, в своей работе я ориентируюсь на клинические рекомендации по различным нозологиям, какие существуют, и стараюсь им следовать и выполнять.